Здравствуйте, участники 9 классов, с вами учитель физкультуры Федоров Павел Андреевич. Тема нашего урока – взаимодействие через командные спортивные игры. Цель урока – оценивать и сопоставлять правила структурных приемов для оптимизации деятельности и разработки альтернатив в рамках физических упражнений. Начинаем наш урок с сводно-подготовительной части. Это общеразвивающие упражнения на месте. Первое упражнение. Стойка ноги. Исходное положение. Стойка ноги врозь. Руки на пояс. На счет раз. Поворот головы в правую сторону. Два исходное положение. Три в левую. Четыре исходное положение. Исходное положение принять. Упражнение. В правую сторону. На чи. На. Раз. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Три, четыре, раз, два, три, четыре, и раз, два, три, закончили. Исходное положение, стойка, ноги врозь, руки перед собой прямые, упражнение ножницы. На счет раз, скрещиваем руки, два, исходное положение, три, меняем руки, четыре, исходное положение. Исходное положение принять. Упражнение на чи, на раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, и раз, два, три, стой. Третье упражнение. Исходное положение, стойка, ноги врозь. На счет раз, прямые руки вперед, два, вверх, три, в стороны, четыре, исходное положение. Исходное положение принять. Упражнение на чи, на раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, и раз, два, три, закончили. Четвертое упражнение. Стойка, ноги вместе, руки перед собой, пальцы скрещены в замок. На счет раз. Прямые руки вперед, ладони смотрят вперед. Два к себе. Три. Вверх на носки. Четыре к себе. Исходное положение принять. Упражнение вперед на чи. На. Раз. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Три. Четыре. И раз. Два. Три. Стой. Пятое упражнение. Стойка ноги врозь, руки на пояс, круговые движения туловища. На 4 счета в левую сторону, на 4 в правую сторону. Исходное положение принять. Упражнение в левую сторону, на чи. На раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три. Стой. Шестое упражнение. Стойка ноги врозь пошире. Ноги в коленях не сгибаем. На счет раз. Наклон двумя руками к левой ноге. Два. Пол. Три. Правой ноге. Четыре. Исходное положение. Исходное положение принять. Упражнение к левой ноге. На чи. На. Раз. Два. Три. Четыре. Колени не сгибаем. Раз. Два. Три. Четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три. Стой. Седьмое упражнение. Исходное положение. Ноги вместе. Ноги в коленях. Не сгибать при выполнении упражнений. На счет раз, два, три. Наклон туловища вперед. Руками достаем повод. Четыре. Исходное положение. Исходное положение принять. Упражнение на чи. На раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, и раз, два, три, стой. Восьмое упражнение для восстановления дыхания, ходьба на месте. Исходное положение, стойка, ноги вместе, можно слегка их в сторону. И повторяем за мной. Начинаем с левой ноги. С левой ноги шаговый марш. Раз, 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 два, три. Левой. Раз, раз, два, три. Стой.
Руки вверх подняли, вдох, глубокий, вниз, выдох. Еще раз руки вверх, вдох, вниз, выдох. Встряхнули руками, ногами, расслабили организм свой. Закончили водно-подготовительную часть урока, переходим к основной части. В основной части урока у нас СПУ, то есть специально подготовительные упражнения для волейболистов. Первое упражнение – исходное положение, стойка, ноги врозь, руки перед собой, пальцы сжаты в замок. Круговые движения кистями вперед-назад. Упражнение за мной повторять, делаем вперед-назад, еще раз, вперед-назад. Закончили. Второе упражнение у нас для укрепления кистей и пальцев. Показываю. Выполняется упражнение от стены. Мы подходим к стене, пальцы у нас напряжены. Ставим на стену, ноги отводим назад, ноги вместе. На счет раз сгибание рук в локтевом суставе, два выпрямления. Еще раз. Раз, сгибаем. Два, выпрямляем. Очень важно здесь дыхание. Сгибаем вдох, выпрямляем выдох. Чтобы усложнить упражнение, можно выполнять небольшие отталкивания от стены. То есть раз, два, оттолкнулись, опять раз, два, оттолкнулись, раз, два, оттолкнулись и так далее. Выполнять от 10 до 15 повторений. Закончили. Третье специальное подготовительное упражнение для волейболистов – это отжимание на пальцах от пола. Возьмем с вами, в данном случае у меня есть мат. Можно использовать любой покрывал, простынь, матрас. Неважно, лишь бы была платформа и что подстелить. Для более легкого выполнения задания встаем на колени. Принимаем упор лежа, пальцами убираемся в мат, пальцы напряжены. Делаем раз, руки согнули в локтевом суставе, два, выпрямили. Еще раз, делаем раз, вдох, два, выдох. У более подготовленных детей можете использовать отжимания не с колен, а с прямых ног. То есть, раз, два. Раз. Два. Обязательно. Руки должны стоять у вас на пальцах, не касаться полностью ладони. Выполняем упражнение в несколько подходов от 10 до 15 повторений. Закончили. Четвертое упражнение у нас будет направлено на укрепление мышц скора, то есть пресса. Ложимся на мат, либо полотенце, либо подстилка. Ноги в коленях согнули, стопы стоят прямо. Руки за голову. Делаем неполное скручивание. Делаем раз, выдох, вдох. Выдох, отдвигаем вес, вдох. Еще раз. Выдох, зафиксировали положение на секунду. Вдох. Выдох, вдох. Выполняем упражнение 3-4 подхода от 10 до 15 повторений. Закончили упражнение. Пятое упражнение у нас также для мышц пресса. Ложимся на мат. Руки ставим либо на ладони, либо упор делаем на локти. В данном случае я буду делать на ладони. Ноги вместе. И поднимаем ноги прямые, носки тянем, держим уголок. В течение 30, 40, 50 минут, полторы-две, все зависит от вашей физической подготовки. Опускаем ноги. Закончили упражнение. Следующее упражнение для укрепления поясничных мышц, то есть спины. Ложимся с вами на пол. Руки прямые, вытягиваем вперед, ноги выпрямляем, носки натянуты. На счет раз поднимаем правую руку, левую ногу,
два опустили, три левая рука, правая нога. Еще раз. Раз, вдох, два, выдох. Три, вдох, четыре, выдох. Еще раз. Раз, два, три, четыре. Чтобы усложнить упражнение, можно использовать следующее. Поднимаем одновременно две руки и две ноги. И фиксируем себя в таком положении от 20 до минуты. Упражнение выполняем в 2, в 3, в 4 подхода. Повторение можно варьировать от 10 и выше. Закончили упражнение. Следующее упражнение у нас — акцентирование на укрепление мышц квадрицепса. Самые простые элементарные выпады. На счет раз выпад левой ногой, два — исходное положение, три — правой ногой исходное положение. Показываю сбоку. Можно руки поставить за голову, также сделать выпад. Можно в сторону. Кому как удобно и кто как желает выполнить это упражнение. Также выполняем от 2 до 4 подходов. На каждую ногу от 10 до 20 повторений. Закончили. Следующее упражнение у нас также на мышцы ног. Это выпрыгивание с полного приседа. Ноги поставили врозь, носки развернули. Выполняем приседание, вдох и выпрыгиваем. Опять вдох, выпрыгиваем. Еще раз. Вдох, выпрыгнули. Руки можно ставить перед собой, на пояс, на плечи, вперед, кому как удобно. Вдох, выпрыгнули. Приземляемся на носки, амортизируем приземление. Это упражнение поможет вам накачать мышцы квадрицепса и увеличить прыжок. Закруга, переходим к заключительной. Вопрос-ответ. Игрок лидера — это первый вопрос. Второй вопрос. Высота сетки в волейболе у женщин. Третий вопрос. Сколько партий в волейболе? Урок окончен. Спасибо. До свидания.